вводное занятие, только вводное занятие. Никто от вас рекордов тут не собирается видеть пока что, но максимум усилий для того, чтобы теоретические знания в себя впитать и получить какие-то элементарные понятия, что нужно делать и в каких условиях. Туризм у нас развивается, Голубина, значит, есть тоже планы в его развитии, поэтому народу может быть много, народ разный, и дети, и неадекватные товарищи, и те, которые больше всего приносят нам проблем, которые все знают, все умеют, сам черт не брат, все случится с кем угодно, только не со мной. Вот с этим контингентом тоже приходится работать довольно часто. Поэтому, значит, от этих сборов должна быть максимальная отдача. Где будет написано Голубина? Не разжигать костры, ничего не сжечь, в том числе не войну в пещерах. Пока там по естественным щелям не уйдет. При разжигании костров вы просто там задохнете. То есть как бы пищу подогреть, там ничего нормально. Газ нагрел, в смысле. Обыкновенно нормально. Все это в с точки зрения экологии все равно. Что турист тут знает, что мультитопливную горелку гораздо экономичнее вести, то есть, грубо говоря, и к нему брать. Топливно тебе проще бензин. То есть если вы случайно прольете, да, топливо, то при плохой циркуляции воздуха в пещере вы можете отравиться. Вот. Но есть один нюанс. Бывает, попадаются пещеры, в основном в вертикальном залегании, достаточно глубокого, в определенных слоях, в котором присутствует радиация. Газ, радон. Ну, активно, очень много же работы, да? Мы просто не успеваешь готовиться на себя. Мы специально занимался предотвращением человека, он готовил. Многие хотят посмотреть красоты севера, посмотреть особенности севера. Ну а в Архангельской области есть и такой вид, как пещеры. Разные ситуации могут быть. Экстрим есть экстрим. Поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы вовремя оказать помощь тем, кто окажется в беде. Да, здесь работа, конечно, со своими особенностями. Нашим спасателям редко кому приходилось сталкиваться именно с поисковыми и со спасательными работами в пещерах. Поэтому мы пригласили специалистов, которые могут, сами прошли специальную подготовку, имеют большую практику и могут передать эти знания нашим спасателям, для того, чтобы наши спасатели уже профессионально и эффективно проводили эти работы. Существуют базовые техники спасения. Как правило, и основное развитие – это все-таки спасение в вертикальных пещерах. То есть это южный регион, Абхазия, Крым, европейские пещеры. Да, это многокилометровые вертикальные пещеры с там 100-метровыми колодцами. То есть, ну, серьезные препятствия. У нас пещеры горизонтальные, они не такие глубокие, они длинные и лабиринтовые. Это специфика и особенность нашего региона. Поэтому необходимо быть к этому готовым. Инструктора, которых мы пригласили сейчас, это специалисты с международным опытом проведения спасательных операций, ну, на самом деле. И они специалисты все-таки больше по вертикальным пещерам. Но при подготовке к сборам, при подготовке к занятиям, в принципе, мы нашли те точки соприкосновения, те общие моменты, которые могут быть возникнуть в горизонтальных пещерах и которые могут возникать в вертикальных пещерах с точки зрения организации спасательных работ. То есть это транспортировка пострадавшего из узости, транспортировка, переправа пострадавшего через водные преграды, это транспортировка пострадавшего под различными углами, вертикально, то есть во всех возможных направлениях.
с использованием специального альпинистского спелеологического оборудования, то есть устройство системы Валиспаста, работа по французской методике, то есть об этом все инструктора будут говорить, mm-hmm. все будут рассказывать, все будут объяснять. Ставить точки. Сейчас техники разные, то есть сейчас застал и пошел. Конечно, технологии ушли намного вперед. Раньше там колотили, выколачивали. Что можно колотить, что нельзя. Как носилки. Сейчас, секунду, группа уйдет отсюда. Водные преграды. Вход у меня только отсюда. Просто один вход. Нет, открытый достаточно, сумка свободный. И второй, это вот там вот такая дырка. Да, ну, вот. Откуда вынимать? Мягкое все. Не, мужики, они знают морфологию карста, причем как бы достаточно хорошо. Ну. Вот, у них специальные инструменты, и прежде чем... Ну, то есть они... Да. Посмотрят, мы можно выбирали, да, они говорят, что как бы вот это вот оптимальный вариант. Помочь? Нет, я буду помочь.